Всем любителям дзюдо и моим зрителям большой привет. Сегодня у нас очередное видео про победителя турнира в Дохе Мастерс 2021. Сегодня им стал представитель Грузии, 81 килограмм, Тато Григлашвили. Просто феноменальный дзюдоист, молодой, выигравший пару месяцев назад чемпионат Европы. До этого выиграл чемпионат Европы по молодежи. Просто прекрасный дзюдоист, очень сильный физически, выносливый. С очень красивым стилем ведения борьбы. Его, можно сказать, коронный прием, один из самых сильных сторон. Это встречная подсечка. В первом раунде он боролся против венгерского дзюдоиста Атила Унгвари. Борьба была равной, в принципе, но Григлашвили был сильнее, выносливее. Мы видим, он пытается навязать свою борьбу, свой захват. Очень сильный у него захват односторонний. И вот здесь пытался провести бросок Унгвари. И Григлашвили перевел это дело на болевой прием. И проходит он в третий раунд. В третьем раунде Григлашвили боролся с итальянцем Антонио Эспозито. В принципе, ничего такого не было на протяжении всей схватки. И Григлашвили провел прекрасный бросок через голову Суми Гаэши. 100% япон. И уверенно, как и в этой схватке, проходит четвертьфинал, где его ждал россиянин Кубецов. Тяжелый соперник для Григлашвили, опытный. Видимо, множество попыток проведения встречной подсечки от Григлашвили. Но все это было безуспешно. И вот здесь бросок с колен за рукава. И это в азаре оценка. 100% в азаре. Упал на бок Кубецов. До конца поборолся до Григлашвили и выбрал этот эпизод. И проходит он дальше в полуфинал, где его ждал Ли Сунхо, который провел сегодня тоже очень прекрасный день, хорошо боролся, множество побед у него было, красивыми бросками. Но стоит отметить то, как Григлашвили с каким рвением и с каким огнем в глазах боролся. Было желание огромное победить. Как говорят, что выходит биться насмерть, так и Григлашвили, будто на кону сегодня стояла его жизнь. Как настоящий гладиатор боролся. Грузинский Хевсур. Тяжелая борьба была против Ли Сунхо в полуфинале. Вот здесь попытка Учигари провести. И Ли Сунхо чуть не сконтрил. Здесь мы видим, как оба борцы обменялись попытками проведения броска с колен. Вот здесь такой вот бросок через бедро, можно сказать, и оценка в азаре для грузина. Далее попытка провести удушающий, но безуспешно. Часто устремлялись именно в тот угол дзюдоисты. Вот пытается провести стопы в живот Григлашвили. И вот снова второй раз в этот угол. Снова стопы в живот, в этот раз успешно. Это япон, очень красивый. И Григлашвили Тату в финале, где его ждал Фрэнк Дэвид из Нидерландов. Очень харизматичный, с очень красивым стилем дзюдо и бэкграундом. Поначалу равная борьба была, обменялись любезностями дзюдоисты. Здесь попытка провести через спину бросок. И сразу же Суми Гаэши. Ну, не вышло. Какое рвение. Заслужил на 100% эту медаль Тату. И вот здесь бросок через грудь. Прогиб. Оценка в азаре, но потом ее отменил судья из России. Вот здесь интересный момент. 100% япон был.
Но перед этим прозвучала команда Мате, но сразу же поднялись в стойку. Дзюдоисты и встречную подсечку проводят. Григлашвили и получает оценку Вазари. Далее после этого броска грузин проводит попытку проведения болевого приема. Армбар на руку, и это у него получается. И он становится золотым призером, победителем, чемпионом этого дня, этого турнира.